Сегодня мы подписали очень важный документ с национальной компанией «Экспо-2017». Программа называется «Чистая энергия Экспо-2017». Мы готовим порядка 20 проектов для демонстрации в казахстанском павильоне. И сегодня этот меморандум для нас важен, потому что национальная компания «Экспо-2017» является основным потребителем наших научных разработок и основным экспертом. Но мы собираемся не только ставить эти наши научные разработки в казахстанском павильоне на Экспо, но также мы предлагаем научные разработки для того, чтобы их устанавливать при строительстве, при создании инфраструктуры. Например, то опытное промышленное производство, светодиодное производство, которое мы в индустриальном парке Астаны создали, мы будем выставлять и на Экспо, и предлагаем, значит, при освещении улиц, зданий, использовать вот эту светодиодную продукцию, светильники, которые сейчас выпускают порядка 150 наименований. Но его особенность его в том будет, что не только светильники будут освещать улицы и вот эти проходы между зданиями на Экспо, но также в нем будут установлены видео мониторы, которые будут отслеживать. И в этой программе будут установлены обнаружение больных, например, по температуре, а также датчики обнаружения взрывчатых веществ для обеспечения безопасности. Также мы предлагаем для инфраструктуры, например, голографическое изображение золотого человека при входе метрового роста. Золотой человек – это наш символ, наш казахстанский. Поэтому мы считаем, что не просто его как статую или какой-то постамент поставить, а именно высокотехнологическое голографическое объемное изображение, которое мы сейчас готовим, и это мы предлагаем.